В Дагестан электроэнергию теперь будут поставлять Россети «Северный Кавказ». Соответствующий приказ опубликован Министерством энергетики России. Две ранее действовавшие в республике организации – Дагестанская энергосбытовая компания и Дагестанская сетевая компания – объединили в одну и присоединили к филиалу «Россети». Об этом на конференции с журналистами сообщил генеральный директор Россети «Северный Кавказ» Владимир Иванов. По его словам, это повысит эффективность работы электросетевого комплекса республики. Он также отметил, что ни один человек не потеряет работу, а зарплаты будут расти. Тарифы для потребителей на электроэнергию также не изменятся. Исчезнут прежде всего неровные взаимоотношения между сбытовой и сетевой компанией. Вот это на самом деле очень плохо, хочу сказать. Компания, которая будет объединена под единым брендом, она будет заинтересована и искать киловатты, например, бездоговорное, безучетное потребление, и, по сути дела, переставать конфликтовать между людьми, когда одни, собрав киловатты, обязаны на некому там бумажке написать, а другая их должна подписать. Вот, к сожалению, так устроена конкуренция в сфере электроэнергетики и сбыта. Я надеюсь, что это уйдет. Владимир Иванов добавил, что решение согласовано с руководством Дагестана. Решение статуса гарантирующего поставщика, по словам Иванова, связано со значительной задолженностью, имеющей многолетнюю историю и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии.